Доброе утро! 18 мая на календаре, а у нас в гостях старые добрые друзья, но с новым и неожиданным репертуаром. Алекс Каланча и Оля Тира. Встречаем! В этот час без стресс, пустыщий речь, от ракучеватый дек и депекат, я ты маешь тейт, считаю без клав, элка алтедат. Кын фуджам ной дой, приноши плой, кын ерам не пуны луми ной ту. Суаре леден зо, яр еу ерам чам, май фрум оце дин трефор. Ива ментес кадеса, дек ли бе дучи тандре кын, алунгай тристеца, ши им спунай ин шуапте кее. Trebuie să fiu, mentre ce-ar trebui să știu ca iar să mă placi, să mă înțelegi și tot să-mi spui cuvinte dragi. Iar să știi că așa vă vii mereu și să știi aceste felul meu eu. Inima mea, cea care știe, se împarte dragostea. Îmi amintesc adesea te clipe duci tândre când alungai tristețea și îmi spuneai în șoapte că eu sunt pasăre în zbor, sunt cel din privior, sunt mare în senine, eu sunt pasăre în vânt, sunt din când ce dorul aline a mai trecut o zi și vine noaptea în care cu chipul tău îmi acoper golul din suflet ce doare. A mai trecut o zi, am înțeles acum, dar să știi că nu regret. Ba chiar îți mulțumesc, tu m-ai făcut secret. Că eu sunt pasăre în zbor, sunt cel din tifio, sunt marea în mine. Живой звук, живые гитары и, конечно же, лежачие полицейские, за которыми наблюдает Наталья Власова в рубрике «Эксперт-совет». У нас сегодня тоже новые истории, новые композиции, потому что у нас в гостях по-прежнему Алекс Каланча и Оля Тира. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я знаю, что бэнд, но нет, дуэт на этот раз. Нет, с бэндом, песня с бэндом, просто это... Бэнд за кадром. Да, бэнд за кадром. Так, расскажите, как состоялся творческий дуэт именно на эту композицию? На эту композицию, это уже, я хочу сказать, что это вторая композиция с проекта Алекс Каланча Band Friends. Есть еще три песни готовые, но просто мы были в туре и не успели их сделать промо. Это вторая песня с Олей, была написана именно для Оли, выбрана mm-hmm. для нее. Ей слова, по-моему, соответствуют mm-hmm. ее характеру. Ну, об этом может и Оля рассказывать. На самом деле мы вот с Алексом встречались два вечера подряд. Mm-hmm.
И вот у него были пару тут заготовок в телефоне, которые там он напевал, наигрывал. Вечером что-то. Подготавливал тебе. Да, и мы не то что подготавливал, а мы искали, что будет характерно для меня, да, для него и совместно именно наш дуэт. И это было три варианта, которые мы пробовали, записывали, искали что-то новое. И вот третий вариант все-таки оказалась та песня, которую сегодня вы услышали, которая называется «Ева». Потрясающая песня, на мой взгляд, с хорошей мелодией, с посылом, в принципе, с историей, которая на сегодняшний день встречается везде и у каждого, да? Каждый проживает любовь, которая ему, его чему-то учит, да? Хоть она и, можно сказать, что неудачная любовь, но тем не менее из всего, что было в твоей жизни, нужно принимать все самое лучшее. И из этого как бы учиться на своих ошибках. Ну, хочется сказать, что три варианта нужно не выбрасывать, потому что будет ремикс, можно еще клубную версию делать, чтобы все слои... Нет, это будут новые песни, потому что это были совершенно другие композиции. И эта композиция также скоро выйдет и на английском языке, не ошибаюсь. Она уже есть на английском, и сегодня мы для вас ее исполним. Юля, конечно, споет ее уже в студийную версию, потому что там аранжировка, там... Да, хочу сказать, что весь проект будет подключены все ребята, еще там, то есть инструменты все живые, без синтезаторов, без. Хотим хороший, нормальный альбом. Кроме того, что Оля Тира презентовала сегодня свою новую композицию, грядет еще одно важное событие в ее жизни, но об этом мы поговорим уже после цензуры. Новости с пометкой «new», что в переводе с китайского означает «свежие», были сейчас в рубрике «Цензура». У нас по-прежнему на диванчике Алекс Каланча и Оля Тира. Но начальство нас прессует и говорит: говорите о проекте. Мы хотим спросить, потому что нас интересует этот вопрос, и мы никуда не можем от него уйти. Церемония тебя ожидает. Свадебная. Да, свадебная церемония. Ожидает. Что ты можешь рассказать на этот момент коротко, в двух словах? Как идет процесс? В двух словах, свадебный переполох, вот и все. Ага. Достаточно, Женя, я думаю, да? Да, а вот по поводу гостей, то есть уже наметили список? Да, примерно наметили, сейчас идет подготовка бурная, каждый день что-то происходит, каждый день решаем какие-то вопросы. Естественно, не я занимаюсь лично этими вопросами, у меня есть девочка, которая мне помогает, команда, вот, но тем не менее я всегда во всем присутствую и как бы слежу за процессом. Оль, мы знаем на самом деле, что некоторые приглашения были уже разосланы, да. И некоторые уже готовятся к твоей свадьбе. Есть, мы не зря тебя спросили про гостей, потому что у нас есть видео, как твои друзья готовятся к свадебной церемонии. Ух, давайте ничего посмотрим. Себе! Ребят, Оля Тира приглашает нас на свадьбу. Вы не обязаны идти. Можете просто сказать, что заболели, проспали, бла-бла-бла. Но подумайте о блюдах, которые будут на столах. Кто-нибудь откажется? За 40 лет я не пропустил еще ни одной свадьбы. Не пропущу и сейчас. Я иду. Я с вами. Ведь мы же хорошо отдохнем, и Оля Тира прикольная. Конечно, я согласен. Я не разделяю этот энтузиазм. Но ты же меня знаешь. А сколько денег нужно поставить на стол? Ну, горячий хоть будет? Будет. Ну все, ребят, поехали. Все. Да, горячее будет, и будет вкусно, будет интересно, и Оля Тира тоже прикольная. Тогда ждем. Круто, все, я буду с нетерпением ждать тогда вот тех гостей, которые буквально пару секунд назад появились в ваших телеэкранах. Так, все, сейчас мы можем возвращаться в свадебной церемонии к проекту. Алекс, вот хотелось бы расспросить, кто следующий в этом списке получается? Получилось так, что должен был Паша, но он сейчас занят. Да, он сейчас занят. Песню с Пашей мы уже делали. И выйдет новый клип и новая песня с Таней Черги, потому что с Таней, наверное, будет три песни. Потому что, как бы вам сказать, с Таней мы начали работать изначально, и она то, что мне показала,
я хороший композитор, и я сказал, что не могу только одну песню с ней делать, потому что идеи хорошие. И там есть одна песня, которую она уже сделала, но я ее вижу в балладе. И мы делали в классическую поп-рок балладу, которые слова замечательные, клип будет очень простой. Потом будет, конечно, Наташа Барбу, Каталин Жасан, будет очень много. И из молодых тоже будет исполнитель. Но когда планируется закончить проект? Мы планируем где-то в начале 2013 года, где-то февраль, ну, до марта. Я думаю, что так. Будет большой концерт, и будет одна версия DVD на, ну, наверное, Национальный дворец, поп-рок, что-то новое хочу и для Молдовы. И будет версия студийная, то есть в студии чуть-чуть под unplugged version с публикой, со всеми артистами. А потом в лайв мы пойдем, только я выберу двоих солистов. Или вообще новые солисты, которые будем какой-то кастинг делать. Или из этих. Ну вот, Оля, как ты считаешь, то есть, вот если Каланч предлагает композицию какую-то, ты можешь что-то сказать? Вот мне не нравится, можно чуть-чуть исправить или не стоит этого делать, потому что Алекс серьезный человек? Нет, естественно, мы когда сидели и думали, мы искали, мы что-то придумывали вместе, Алекс говорил, нет, тут что-то не то, вот было бы лучше так, и я давала какие-то свои идеи, и вот, в принципе, эта работа, которая вот обоюдно происходит, да, тебе что-то нравится, как бы очень важно и какое-то мнение со стороны, да, наше там, это коллективная работа. Ну да, в этом проекте я так и хочу, чтобы, поэтому есть будут композиции мои, будут композиции других. Исполнителей. Самое главное – это результат, не имеет значения, потому что эго и все это, и только я, это в искусстве не должно быть. Все должны быть честными, и все должны сказать, что есть, и что они имеют, и к этому тогда… Вот как эти цветы. Да. Видишь, тут есть и такой свет, и такой свет. Свет. А если был бы тут только один свет, то были бы не такие красивые. Так что, совершенно по-другому. Конечно, Оля там сказала свои там, свои дополнения. Не то, что как бы нельзя бояться говорить то, что ты чувствуешь, и то, что ты видишь. И в конечном итоге, может быть, из этого что-то и возьмется интересное, да? Но Алекс Каланчи, как музыкант, композитор, я ему полностью доверяю, и, наверное, это было впервые в его практике, когда он написал слова для этой композиции на румынском языке, и это здорово, потому что именно в такие моменты, когда ты ставишь себе какую-то задачу, да, вообще это третий вариант песни, потому что было до этого еще несколько таких, что аж слезы, романтика просто безграничная, тем не менее, он нашел то самое нужное, на мой взгляд, подходящее для этой песни. И вот так, именно так развивается чувство к написанию текстов и так далее. Это потрясающе. Что ж, Оль, тогда просим исполнить композицию, которую мы слышали до этого, но на этот раз уже на английском языке. С удовольствием. Honestly, I'm stuck, I don't know why. I feel numb and sleepless, scattered through the night. Why it feels so right, my little world, I ain't even trying to resist. He said it's been a while, so can we meet? I wonder if I make it out of it alive. Ready to admit that in the fire you'll see the other side of me. You shouldn't be acting like keep all drama all behind. I'm about to give it up. Time slowly passing by. I need to figure out what's all about. Falling in your arms once again is life.
what's all about. Falling in your arms once again is like Алекс, давайте к нам присоединитесь. Мы желаем вам успехов и, конечно же, чтобы сопутствовала удача, потому что создание проекта проходило в теплой и дружественной атмосфере. Спасибо. И Оле хочется пожелать, чтобы на эту композицию и видеоклип появился. Спасибо, я надеюсь, что в скором будущем продюсер Сергей Орлов, я думаю, что постарается. Спасибо вам огромное, желаем вам хорошего дня и переключаемся на рекламу.